результатам подведенных итогов всероссийской переписи численность населения на начало 2023 года составила 44 761 человек. Прогнозируется снижение численности постоянного населения до 43 191 человека в 2026 году. Среднемесячная заработная плата жителей города Назарово, работающих на предприятиях за 2023 год, составит 56 784 рубля. Увеличится по сравнению с 2022 годом на 17,9%. В прогнозируемом периоде 2024 года рост составит от 6 до 8%. Уровень регистрируемой безработицы в 2023 году составит 0,5%. По состоянию на текущий период в центре занятости зарегистрировано 677 вакансий, из них рабочих специальностей 517. Промышленное производство традиционно является основой развития экономики города. Основной вклад развития промышленного производства по-прежнему будет обеспечен производством электрической энергии и газовым паром, добычей полезных ископаемых и обрабатывающим производством. Профильными продуктами предприятия муниципального образования являются электроэнергия, бурый уголь, минеральная вата и изделия из нее, конструкции стальные и строительные, щебень, продукция пищевой промышленности. Число основных предприятий, действующих на территории города, относится следующее акционерное общество. Это Назаровская ГРЭС, филиал СОЭК Красноярск, разрез Назаровский, фирма «Энергозащита», филиал Назаровский завод ТИК. Также общество с ограниченной ответственностью «Назарово Металлург Сервис», единая сервисная компания «СОЭК» и обособленное подразделение «Северо-Кавказский ЗМК». В 2022 году и по оценке 2023 года рост промышленного производства обеспечивался в основном за счет добычи угля и производства электроэнергии. Индекс промышленного производства составил 141%, в том числе добыча полезных ископаемых 170%, производство пищевых продуктов 110%. Деятельности по обеспечению электроэнергии газовым паром 153%. По предварительной оценке 2023 года оборот коммерческой деятельности крупных и средних предприятий по сравнению с 2022 годом увеличится на 3,6 миллиарда рублей или на 20,6% и составит 21,7 миллиарда рублей. В периоде 2024-2026 годов планируется увеличение оборота в среднем на 6% ежегодно, и к концу отчетного периода 2026 года составит более 23,5 миллиарда рублей. Объем производства обособленного подразделения СК ЗМК увеличен до 350-400 тонн в месяц, и по предварительным данным на конец текущего года составит 4,5 тысячи тонн. Численность работников по состоянию на ноябрь 2023 года возросла до 250 человек. Предприятие имеет постоянный заказ на металлические конструкции. К 2026 году объем продукции предполагается на уровне 232,6 миллиона рублей. Также планируется расширение производства до 300 рабочих мест. Фирма «Энергозащита» Назарский завод ТИК будет сохранять стабильность с сохранением численности и налоговых вычислений. Производство минераловатных изделий на плановый период 2026 года составит 610 тысяч кубических метров ежегодно. По оценке 2023 года показатель объема инвестиций по полному кругу хозяйствующих субъектов увеличится в 4 раза и составит 2 миллиарда 52 миллиона рублей, из которых бюджетные средства более 500 миллионов рублей. Перспективы развития города связаны с реализацией инвестиционных и инфраструктурных проектов. Крупнейшим проектом на территории города в ближайшие годы является проект «Легенда Агрохолдинг» по переработке масличных культур общей стоимостью более 6 миллиардов рублей. В 2023 году проведена работа по подготовке земельного участка к строительству. Основная часть инвестиций планируется на 2024-2025 годы. Данный проект курирует корпорация развития Енисейской Сибири.